Добро пожаловать, друзья, на канал WebPlay. Меня зовут Владимир, и мы сегодня продолжаем игрушку под названием Raft The First Chapter. Поехали! Итак, друзья, маленькое отступление перед тем, чтобы начать играть. Маленькое изменение вышло, что изменилось после предыдущего эпизода. Я сделал новую игру и поставил сложность простую. Только здесь с тем, что жрачка и питьё — это только все, что только мог и заниматься, потому что я поиграл чуть в офлайне, чтобы типа поискать там металл и все остальное. И просто, я чисто говорил, просто бегал, чтобы жрать, кушать, еще раз кушать. Только единственное, что фигней я занимался, это дело. Так что потом вот за кадрами построил более-менее то, что у нас было. Плот я сделал 10 на 10. Потом, чтобы провести, вот, например, сетки, я хочу провести их крестом, то бишь до того угла и с этого угла до тот угол. И все вот это потом в дальнейшем я хочу, чтобы здесь было свободно, перенести все на второй этаж. У нас будет второй этаж, где мы будем заниматься всеми делами. Там будет стол и все остальное, но это для этого нам нужно, конечно, достаточно ресурсов. Так, я уже начал, вот я проправил чуть металл, я уже вот выучил некоторые вещи почти по большому счету, да. Вот, выучено, да, у нас тут уже выучена блустылка, удочка сделал, чтобы сделать приманку, чтобы я мог дольше плавать под водой, не опасаясь акулы. Следующее сделаю топорчик. Ну вот, ну вот видите, что по большому счету мы выучили уже, да, довольно-таки много. Надо еще одну плавильню сделать, чтобы там одну не ждать, да, там, и не запариться за этой темой. Не знаю, для чего еще это ведро нужно, наверное, чтобы когда у нас коза появится, чтобы доить молоко, наверное, не знаю. Но я хочу сейчас, первым делом, хочу построить гриль. А для гриля нам надо... Где у нас гриль? Для гриля нам надо... Потому что у меня есть рыба, которую не могу пожарить, она должна быть большая. Для гриля нам нужно доски, веревки. Ну вот у нас здесь железо есть, надо сейчас доски. Так, на этом острове я уже вылазил, уже полазил, уже все собрал. Так что тут ничего не осталось. Еще одна доска, так что можем отсюда уже отчаливать по-большому. Да, ну еще тут вот построил... Сделал я гнездо для... И чайки, да, чтобы она тут перья приносила мне, да, и яички. Так, металл тут, ну, смотрю, уже, да, расплавился, да, да, железный слиток. Расплавился, так, значит, берем еще, забросим сюда еще железо, пусть там киптится, ой, плавится. Сейчас мы поспим и начнем уже, сойдем с якоря и поплывем уже дальше. Ой. Так, ладно, допустим, я могу просто так сажать рыбу, мне кажется, да? Да, подожди, сейчас, секунду. Да, просто так могу сажать рыбу, селедку. У меня с водой-то, я воду сейчас смогу набрать. Вот у нас есть вода, выпили, отлично. Супер, все, снимаемся с якоря и погнали. Ну, якорь у нас еще пока что этот. Ну и все. Так, ну сейчас мы, по идее, должны... Давайте сейчас просто откроем парус, чтобы отсюда выбраться понемножечку. Надо собрать нам досочки в первую очередь. Потому что досочек у нас нету, да? А подожди. Кстати, я же доски, кажется, выкидывал. Не выкидывал, а выкладывал. Или нет? А что? А, веревки выкладывал. Да, веревки, извиняюсь, друзья. Ну а сейчас снимаем парус и идем по течению, блин. Да, так, вот такие дела. Так что, что сегодня мы наметим, мы построим, я хочу построить копье, я хочу построить гриль. Ну и что, поплаваем, посмотрим, что можем здесь замутить сегодня. Может быть, уже сможем поставить. Я хочу сначала закончить с... А, вот, кстати, что надо будет сделать сначала. У нас пока что места нету, Я бы хотел бы эти все перенести. И... Здравствуй. Так. Или может, подожди, так, что нам надо для изготовления сит-ловушки? Веревки. Ну, веревки мы сейчас возьмем отсюда. У нас еще есть два места. Сюда мы выложим вот эти рецепты тупые, которые нам нахер не нужны вообще. Не знаю, для чего они пока что. Может быть, в дальнейшем они понадобятся, но пока что нам не нужны они вообще. Ни в какую. Так, создать надо, заранее создать надо что? Подожди, кстати. Оружие.
Опять же, доски. Болт. Я хочу копье создать железное. Так, что здесь заплыло у нас? Досочка. Потому что скоро на нас акула будет нападать. Иди сюда. Так, чайка пусть тусуется пока. Вот эта паскудница уже плывет. С намерением сожрать нахрен меня. Так, три, надо еще три доски, да? Надеюсь, что до этого времени она не нападет на нас, пока мы доски не соберем. Потому что нечем засчитаться. Потому что с копьем она три раза быстрее убивается. И понимаете сами, что это надо. Так как я уже говорил, да, я собрал чуть металла, я собрал чуть меди, пока вот на этом острове было. Довольно-таки продуктивный остров был, кстати говоря. Очень хорошие няшные вещи собрал там. Так, все, я могу изготовить копье. Это мы выбрасываем. Это мы ставим на троечку. И все. И сейчас начинаем заниматься только чисто. Там нету дров. А, нету дров пока ж, да? Нету дров. Ой, что-то недолет. Ну, пластмасску значит заберем, так. Ой, да что ж это такое, блин? Отпускай слишком быстро. Ладно, что с ним. Пусть плавится металл, нам нужен будет металл. Довольно много сейчас. И второе, что надо будет найти нам, опять же, песок и глину. Так, начни прозевать, чтобы акула туда нацепанула. Сейчас, о, бочки тут, это надо собрать, это, эти вещи надо собирать. Так, это не соберется, нет, это не соберется нашими сетями. Так. Ах ты жопа. Вот, видите, друзья. Как быстро мы убили ее с копьем. Железным, я имею в виду. Все. Собрали. Отлично. Сейчас у нас акула будет пока что отдыхать. Пока новая найдется. Отлично. Так, у нас тут яичко ставило? Что-нибудь нет. Она ставила только перья ставила. Ну ладно, тоже неплохо. И да, в первую очередь, когда вот нападает на нас акула, да, сразу берете, чините сначала, чтобы не потерять ресурсы драгоценные и вообще, ну, чтобы это не ломалось ничего вот здесь, да. Вы сделаете как я, просто потому что он сразу 95% видели, там почти что сломан было, а я раз быстренько нажал и починил сразу все дело. И мне было времени еще убить акулу, да. Так что такие дела. Ну, главное, чтобы были ресы, конечно, надо это дело. Так, хорошо. Отличненько. Итак. Как-то я доску... Ой, что? Не-не-не-не, тихо-тихо-тихо. Это мы тогда скушаем. А это заберем. Железный слиток, ты что, охерел? Так. Кстати, значит, я не смогу собрать это. Да, у меня что здесь есть? Ну, может быть, я сейчас смогу собрать пару этих бочек. Ну, проверим. Так, доски, пальмы, наверное, это выпало что-то. Сырая свекла, ага. И что здесь? Камень. Сырая свекла. Ладно, так, короче, значит, надо что сделать? Нам надо сделать, значит, так. Нам надо сделать... Давайте построим тогда сейчас ящики, парочку ящиков. Я хочу построить большой ящик. У нас есть для этого... Блин, ну да. Так, ладно, тогда сначала выбросим это. Хранилище же поставим. Так, пятерочку, на пятерочку, да? Так, повернем сюда. Ну, вот так где-то, да? Это собираем. Шарниры. Или что мы туда можем сейчас перекинуть? Давай кирпич. Медь. Пластмассу. Короче, все перекинем, чтобы у нас было место. Потом это все рассортируем красивенько. Чтобы не терять ресурсы. Так что я умираю с голоду, да? Так что мне надо было для гриля, кстати. Гриль.
Гвозди, железный слиток. Ай-яй-яй-яй-яй. А, это вода у меня, да? Гвозди, железный... Так, хорошо. Так-так-так, надо попить водички. Гридмен тоже где-то поставим здесь, в этой очереди. Потому что, ну, я не хочу сейчас все ставить где-нибудь его там. В связи с тем, что мы там будем все еще менять. А, кстати, мы можем его поставить, знаете, куда? Вот сюда, на это место. Только заберем отсюда все. Не знаю, эти акули тем, зачем нам нужны вообще здесь. Так, ладно, что здесь у нас? Перекинем это сюда. Не знаю, с этими рецептами что делать. Они нужны сейчас, не нужны. Так, давайте сейчас сначала сожрем Ритику. У нас будет еще одно место для этого. Вот так, отлично. Вот сюда иди. И нам надо расплавить железо, да? А у нас здесь железо? Куда я железо засунул? Вот сначала посмотрим. Поставим сюда камень. А где железные слитки? Алло. А, вот. Вот железный слиток. Доску заложили. Так, хорошо. Это можно убрать. Он сохраняется как рез. Начнем с железный слиток один. Так. Это пока что сюда выкладываем. Ну, это вообще, кажется, мне это не надо. Выбросим его нахер. Мы еще сколько акул убьем, что у нас будет еще достаточно прибамбасов, чтобы повесить на стенку. Это тоже мы выложим, так как нам это не надо. Это оставим, потому что будем жарить. Топор выброс, что я сделаю железный. Это так, что еще можно выбросить? Ну, пока что все остальное пусть остается. Ну, это можно собрать. Понадобится, может быть, кому-то чему-то. Так, хорошо. Это здесь что у нас? Семечки, семечки. Знаешь, что-то быстро кнопка не работает. Как типа трансфер на Т-букву нажал, и все, ты перетащил их, да? Это сюда, опять же, выкладываем, да? Ну, чтобы было. Потом мы сделаем еще один такой ящик. Чтобы, я говорю, как освободить нам место для ресов. Ну, для сетей. Это сюда, это сюда. И это, блин, убирать. Убираем, убираем. Отлично, так, сюда. А, как эта ачивка, блядь, залетела, это идет сюда. Ну, замечательно. Так, все. Сейчас можем сделать гриль. Кстати, можем сделать гриль, да. Гриль, 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 гриль. Изготовить. Пятерочка. И его вот так как-то поставим. Вот сюда. И сейчас лосось сюда положим. Вот это жжок вот такой бомбно. Все. Это надо нам тоже убрать, кстати. Это тоже надо убрать. Так, он здесь пойдет сейчас. Он это пока что куда-нибудь сюда забубеним, пусть стоит. Это надо убрать. Ага, мне нужен топор для этого сейчас, да? Ладно, допустим. Может, что-нибудь по фэншую просто, но это, конечно, это временный вариант, так что не докапывайтесь до этого процесса, да, так, топор, топор, нам нужен что, хлам, болт. Для болта нам нужен металл и доски нужны, да, давай тогда металл сейчас забросим. Доски. У нас вот уже ресики собираются, уже все, смотри, хорошо, все, суперски. Я же даже больше не переживаю по поводу того, что мы просрали какие-нибудь там, например, металлические эти, как его... Хлам. Хлам. Хлам у нас есть. Хлам у нас есть. Так, это мы сюда добавим. Положить доски. Хорошо, у нас доски сейчас. Так, и следующее, что мы сделаем, мы сделаем уже нормальный опреснитель воды. Что нам для этого нужно? Нам надо стекло. А для этого стекла нам нужен песок. И песок нам надо найти какой-нибудь остров. Вроде бы не видел никакого острова у нас здесь пока что. Ну, естественно говоря, что я даже не был увлечен этим островом. Даже не обращал на это внимания. Может быть, и было, когда проплыли его мимо. Черт с ним. Так, ладно. Сейчас расплавится у нас металл. Ой, извините. Попить надо нахуй. Что-то сушит меня. Так, попьем чуть-чуть. О, рыбка пожарилась. Давай, иди сюда. Иди, папа. И на десяточку. И сейчас схаваем ее. Просто раз. Полный хпшку, да? Так что, друзья, качайте
сделайте удочку, потому что с удочкой вы очень нормальные вещи получите, да, то можете рыбу вот споймать, и с едой вообще не будет проблем. Если у него была эта удочка до этого, вообще не было бы никаких проблем. Так, что я хотел сделать? Мне надо было что-то сделать. Что я хотел сделать, друзья? Что я хотел сделать? А, топор я хотел сделать. Изготовить. И ставим это на четверочку. Создаем тогда мы сеть. А, досок нету. Так, досок нету. Так, что здесь у нас? Пластмасса, пластмасса. Доски. Не знаю, сейчас парус, наверное, сломается. Ну, давай, заберем парус. Так, у нас есть место, да? Заберем парус сейчас. Чтобы его не профукать. Пятерочка. Сюда мы ставим сеть. Отлично. У нас получается еще сеть? Нет, у нас нету гвоздей, да? Так, мы можем еще, нам надо, так, надо сейчас, можем три еще построить, да? Но только надо сейчас, уйди сюда. Доски нужны, да? Топор. Так. Так, сюда опять же ложим металл. Нам нужен металл. То, что скоро сломается наша... как его? Вот это. Ну, не скоро, но в ближайшее время. Там нужны доски. Доски, доски, доски. Что-то акула про нас забыла, походу. Ой, ой, остров, остров. Так, мне нужно парус срочно. Парус срочно. Где парус? Парус, 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 парус. Ставим на пятерочку его. Пятерочку, я говорю. Поставим пока что его. Сюда нахер. Пока идем по ветру. Нормально, то... Обычно так получается, что мы идем, блин, против ветра. И такая жопа получается. Доски. Блин, серьезно? Создаем. И еще получается у нас еще одну. Еще на еще одну хватает, да? Где тварь? Берем сразу вот молоточек. Да, у нас металла, дерева нету, блин. Еле спасли. Отлично, 100%. Так, идем на остров. А, кстати, мне надо создать тогда сейчас пока что... Где? Якорь. Якорь. Мне нужны доски и камень. Где доски, пацаны, доски нужны. Опять он хочет пить. Серьезно? Досок нету, блядь, сейчас. Главное, что самое паскудное, что досок нету, да? Так, берем. Нам надо изготовить якорь. Хлыбысь. Значит, якорь с нами на десяточку пока что. Десяточку. R, чтобы подвернуть, все нормально. Повернем еще чуть-чуточку. Так, хорошо. И тут мы наберем себе ресиков, металл, там всякую мелочь. Кирпич, может быть, еще сделаем, чтобы еще одну половину забубенить. Как там у нас успехи вообще? Плывем, хорошо. Надо упороться в остров.
Такс, хорошо, отлично. Ну, дружище, да ты уже должен был упороться в остров. Вот так надо. Ладно. Замога. Вот так. Отлично. Это поднимаем. Ну. А уже после против течения дойдем, да? Ну ладно, что с ним. Отлично. Пусть стоит здесь. Так, сейчас, значит, что мы сделаем? Мы сейчас сделаем приманку. Чтобы... Нет, первое дело мы сейчас что сделаем? Мы сейчас ляжем, поспим. Встанем утром. Мы захочем пить опять, да? А, не странно. Так, выложим все ресы. То, что нам не нужно сейчас будет здесь, да? Ну, что у нас получится, конечно, потому что тут все забито. Сейчас рыбу пожарим. Стол. Стол. Ну, блин, давайте поставим туда стол сейчас на девяточку, да? Чтобы место освободить. Стол поставим вот пока что сюда. Или куда-то сюда. Нет, ну сюда туда, где-то вот сюда. Потому что мы не провалимся вот эти дела. Мы не провалимся, мы здесь нормально тусуем, можем ходить по нему. Так, опреснитель. Там мы первым шагом нам будет сделать опреснитель, да? Так, значит, что нам надо сделать? Нам надо сделать, мы заберем сейчас няму. Так, сейчас положим железо еще. Пусть плавится. Гвозди выложим сюда. Металл пусть остается. Это мы выложим. Зачем ты его выбросил? Сделаем веревки. 17 веревок. Выложу веревки. Удочка пусть остается. Выложим железо. Вот это выложим. Вот это так. Это сюда. Так, пусть это... Так, сейчас эту огромную рыбу мы сюда забросим. Сразу батка. Да ёпты ж матрешки. Огромная. И сейчас мы делаем, что мы сейчас берем удочку. Ставим ее на шестой слот. Ловим приманку. И будем отвлекать акулу. Ну, вообще было бы идеально убить ее. Ну, блядь, ну, пока она приплывет, а за ней гоняться бессмысленно. Надо что нам надо? Веревка у нас есть. Надо сейчас две селедки или две эти, как ее там, такие синиры, не помню, как они назывались. Вот одна синерубка. Ой. Однако далеко забросили, наверное. Ну да, мне селедку или еще одну синерубку, будет еще шикарно все. Да. Он уже плывет шлюха там, вот смотри, под водой там лазит. Сырая скумбрия, это не то. Ты будешь уже кусать мне, да? Или нет, еще пока что? Еще пока что нет. Ну хорошо. Да. Сырая скумбрия опять, ну запарил ты меня. А чайка тусуется, хорошо. Так, там что-то, туда мы пойдем сейчас порубим все дела. Не проблема. Топорик у нас есть, это у нас есть. Довольно-таки быстро будем добывать ресы. Ух ты, блядь, как она рванула, видели, блин? Прям как большая рыба, блин. Ну это какая-то скумбрия сырая, маленькая. Нам нужна селедка. Селить или вот такая синяя маленькая. Чтобы я сделал приманку. Не можем было, конечно, под водой с ней воевать, но зачем? Вот, все, можно сделать приманку. А, то где она была? Она была где-то в этих краях, да? Вот она. Изготовить. И бросаем ее туда, бла-блась. Сейчас акула будет их грызть, а мы пойдем лутаться. Все. У нас сейчас время полута. Ух ты, меди, сколько здесь. Ёшки-матрёшки. Поплыли. Блин, не знаю, как это можно добывать что-нибудь еще. Может, как это... я помню, что можно было водоросли добывать каким-то образом, но как, не помню. Так, это камень мне не нужен, глина. Металл. Песок. Глина. Металл. Или что это, камень? Блин, камень нужен, не камень.
И помню, какие-то растения можно было бывать, только какие не помню. Вот убей меня, не помню, какие растения можно было бывать. Что это такое? Могу это? Нет, не могу. Тут камень, вот, глина. Какое-то глушительное. Песок. Вынырим, вынырим, давай, 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 сейчас кислород закончится. Скоро за мной уже та шлюха поплывет. Надо по-быстрому собрать, все, что здесь можно собрать. Потом на остров пойдем. Это камень, не нужен нам камень. Может, нам нужен нож для того, чтобы мы еще могли собрать там, не? Не помню. Серьезно. Надеюсь, найду какой-нибудь арбуз здесь. Или кокос сейчас срубим туда. Серьезно, кокоса нету? Что это? Манго. На десяточку. Но. Блин, хорошо подняли сразу с манго. Ну, довольно сочный фрукт. И все. Одно манговое дерево только здесь было. Печально. Так, глина, вижу глину. Вижу железо. Ах ты паскуда. Песок. Где она, тварь? Иди сюда. Блять, как это так? Ну ладно. Так, тут у нас... Это добывается вообще вот это вот? Это? Нет, это не добывается. А там? А, ну можем еще один раз потерпеть укус вены. Нет, это не добывается тоже. Тормознуло, ты бы чуть опоздала, малесь, на мою задницу цепиться. Вот насчет этих, да, вот этой травы, этой сраной, не знаю, которая может быть добываться. Желтый цветок, нахрен твой желтый цветок. Вот, арбуз. Отлично. Один арбуз. Какой-то вообще убогий остров. Желтый цветок. Может, оно какой-то надо, блин, не знаю... Ананас. Синий цветок. Может, нам какие-то надо специальные прибамбасы, чтобы добывать те или иные ресурсы. Так, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди сюда, и здесь, давай. Получила пиздюли, а? Пиздюли схватила, блядь, шлюха. Извиняюсь за мой французский, друзья. Так, хорошо, что у нас остается? Так, ух, как ты, иди сюда. Рыба, тут мадюка. Хлыбысь раз. Хлыбысь два. Хлыбысь три, полный хп. Так, что мы сейчас сделаем? Нам надо сейчас расплавить песок, чтобы создать опреснитель. А что у нас получается с веревками? Веревки можем еще создать, еще целую кучу. Сеть. Сорок пять процентов здоровья осталось. Успели вовремя, блин. Так, есть контакт. Так, песок. Песок идет сюда. Пять. Так. Положить доски. Что у нас с досками? Вообще с досками опять беда, да? Ну, я вижу там, но не добро, что далеко я.
Ну что, сходим, слазим ракер, тут уже все собрали, уже тут нечего больше искать. Поплыли дальше. Надо как-то сделать в поле постоянный якорь. Что надо для постоянного якоря? Так, секундочку, сейчас посмотрим, что надо для постоянного якоря надо. Шарниры у нас есть, железные слитки, ну, железные слитки и дрова, ну хорошо, это у нас есть. Так, что с селедкой? Это что? Сырая тилья. На семерочку, ой, на пятерочку, да? Синяя, так, это сюда тоже, сырая скумбрия. Все, больше нельзя положить, три рыбки только, ну хорошо, ладно, пусть жарится. Текс. Текс. Ну что, собираем? Ну пусть не собирается, сейчас весаем, надо сейчас... Ты еще не расплавился? Алло. Отлично, собирается. Так, стекло есть одно. Следующее. Ну, там как-то обезопасить углы с этих сетей, чтобы они не были такие уязвимыми, как сейчас. Что у нас здесь, да? Как так, что я хотел якорь задать, да? Сначала слиток. У нас были слитки где-то здесь, походу, да? Да, у нас как раз есть два слитка. Шарниры это сюда. Это у нас сюда. Это у нас сюда, потому что это нам понадобится. Гвозди сюда. Что сюда можно? Вот это выложить. Перья нам пока что не нужны. Рыбу сейчас мы пожарим. Кирпич. Сухой кирпич нам пока что не нужен. Медь. Сюда можно перекинуть пока что. Пластмасс можно сюда поставить. Вот так сделаем. Так, иди сюда. Ты куда-то поплыл, чувак. Ты должен ко мне плыть, а не куда-то за пределами на. Может, какой-нибудь интересный ты мне там чертеж принесешь. Так, это пусть здесь стоит пока что. Стекло 2. Нам надо 4 стекла, да? Для опреснителя воды. Опреснитель воды, где ты у нас? 4 стекла, 2 доски. Ну, доски это не проблема. Пластмасса у нас тоже сейчас, блядь, тут дохерища уже. Что это было? А, сломалась эта тема. Так, значит, что нам надо для этого? Так, нам надо болт, да? Хлам и болт. Хлам нужен, хлам. Хлам у нас есть, хлам? Нету здесь хлама. Ай-яй-яшеньки. Ладно, сейчас, может быть, здесь будет хлам. Блин, смотри, сука, бочек. О, так, идем, так, хорошо. Ой, что выбросил? Болты выбросил. Да что ж ты будешь делать? Жопа. Хлам, еще один хлам нужен. Ладно, туда поворачивай, дружище. Бачу пропустил все-таки. Ну дай мне хоть ты хлам здесь, алло. Отлично. Только что-то я выбросил. Срак картофель. Все нормально. Так, это значит закрываем. Не, не закрываем, увижу плот. Поплыли к плоту. Такс, что у нас здесь? Стекло расплавилось, да? Отлично. Еще ставим одно стекло. Так, уже для рыбы нету места, да? А, потому что мы картошину подняли. Хорошо. Скумбрия, как говорится, да? Что мы можем выложить-то? У нас есть тут место, да, у нас есть тут место. А, семечку. Что еще? Это можем уложить. Нам нахер тут не сдалось, но. Ну.
Да ты, блин, издеваешься надо мной или что с тобой? Десяточку. Хопа. Надо скушать. Итак, у нас будет 4 стекла. А, зато у нас не будет сейчас. Как его там? Хлама. Нам нужен хлам для этого, да. Для добычи. Ну, где-то сюда. А, не стекло. Только стекло. Отлично. Итак, значит, ставим следующее стекло. Пусть нам будет. Так. И ставим приснитель. Улучшенный приснитель. Это мы можем забрать. Так, картошка, редька. Это можно убрать. И поставить вот это. Так, ты куда плывешь, дружок? Туда надо плыть, туда. Туда надо плыть. Там мост. О, плот, мост, блин. И надо, следующее надо сделать, что надо сделать? Бутылку. Ой, еб ты. Рецепт компот. Где моя, где мой плод, ебать? Сука. Промазал. И тут тоже промазал. Чуть не хватило, ну ладно, черт с ним. Так, я там вижу остров аж впереди, да? Или нет? Ладно, чёрт с ним. Нихера себе, он уже что, уже сделал уже? Нифига себе. Вот это быстро. Однако, присняется очень быстро, на. Вроде бы солнца нету, из чего я испаряться? Это же так принцип работает, от испарения. Ну да ладно, кто мне судить. Так, значит, что нам надо? Нам надо лианы. И сок лиан, походу, да? Что вроде этого, чтобы могли создать бутылку. Ну сейчас, подожди, мы сейчас, друзья, это не бутылкой будем заниматься, а вот это надо собрать. Это что, камень? Нахер нам сдался камень. А, я хотел сделать якорь. Вот что я хотел сделать. А для якоря там что надо было? Железный слиток. Ага, понял. Да бля. Железный слиток. А у нас есть железо здесь? Да, да, железо здесь, да? Так, четверочка. А для чего нам шарнир надо было? А, мы поднялись с этого. Так, начался шторм. А, что нам надо? Это выкладываем сюда. Что здесь еще можно выложить? Удочка. Не, вот это надо выложить. Пока что нам не надо. Это надо выложить. Ну, стекло, блин, медь. Картошка. Доски. Гвозди. Вот что он не стакуется? Вот это как-то тупо они сделали. То, что он не стакуется, это раздражает меня. Так. Шленский так еще остался один, да? Мы его поставим. Так. У нас так 10 на 10, значит нам ставить так. Надо где-то ставить. Ну где-то здесь середина получается, да, где-то вот так. Потому что она будет пробивать дырку там. Промежутки, чтобы можно было его поставить туда. Хорошо, так, сейчас дам якорь изготовить.
Нафига себе, он тут занимает место, алё. Где ты там? Ну, аж таким большим не был, походу, если я не ошибаюсь. Нихуя. Ну и волны здесь, алё. Не, ну так я не могу его оставить. Ну давай здесь разобьем. Вот так, идеальник. Да еб ты, промазал опять. То смогу тут акулу отбить? Да, я смогу здесь акулу отбить, все нормально. А здесь могу так... Ой, ебать! Остров, вижу остров. Довольно-таки большой. Надо, главное, сюда не залазить, не залетать, со стороны ерунда. Акула плывет, да, и сюда. Будешь кусать? Нет? Ну иди в жопу тогда. Ну это тоже мы сейчас можем выбросить, потому что это нахрен нам не нужно уже. Ой, извини. Где у нас? И это вот так берем, просто вышвыриваем. Нам не сдалось вообще-то ни к чему. Отлично. Ловушка просто шикарно работает наша. Смотрите, друзья, отлично. Такс. Где остров? Ага, впереди, все хорошо. Так, значит, сейчас сделаем, что мы сейчас сделаем? Ой, иди сюда. Так, можем построить сеть. Где она там была? Вот сеть, ловушка. Изготовить раз, два. Три. Так, значит, мы перекроем уже здесь полностью это. Отлично. Супер. Чики-пуки. Отлично. Бросаем якорь. Бросать якорь. Все, бросили якорь. Отлично. Закрываем парус. Вообще шикарно. Друзья, смотрите, как хорошо получилось. Так, что я хотел сделать здесь? Я хотел сделать здесь вот такую тему, но не получится. Наверное, не смогу их обезопасить. Мне надо тогда вокруг строить такие фишки. Раз, это нам будет раз, два, три, четыре. И там четыре, да? То бишь у нас получится побольше молись, да? Будет такой квадрат. Ну ладно, ничего. Потому что, ну, это довольно-таки... Раз, два... Три. Увеличим площадь нашего плота. Зато акула их не согрызет с первым заходом, как говорится, да? Вот так. Отлично. Или даже, может, не надо было. Ну, черт, пусть уже будет. Она вот уже плывет, смотри, уже плывет атаковать. Хорошо, что сделали так. А так она бы атаковала сейчас бы саму эту систему. Это нельзя порубить? Нормальный брусок валяется на полу, блин. На земле, вернее, на полу. Отлично, отлично. Ананасик, это хорошо. Так, что у нас здесь? Есть что-нибудь интересное, полезненькое? Нету. Прыгаем туда. Ой. Манго. Отлично. Там у нас там есть какие-то ресики. Это тоже. О, арбузик. Иди сюда. Арбузик в до. Алло, ну что ты так? Это выбрасываем. Арбуз забираем. А, это арбузная семечка. Не, нам не нужна арбузная семечка. Ананас. И арбуз. Отлично.
Да, отлично. Что здесь есть что-нибудь? Нет, тут ничего наверху нету, да? Хорошо, ладно. Так, поплыли туда, здесь полазим что-нибудь, посмотрим, что здесь есть. Я там вижу камней очень много, но ничего толкового. Хлам. Может здесь, какой-то подземный туннель? Так, это медь. Но медь нам понадобится в дальнейшем для батарейки. Подожди, что, я не поднял ее? Значит, что мы выбросим? Мы выбросим семку. Глина. Да, глин тоже нету места, не ёпта ему. А, семки выбросим, вот у нас семки валяются здесь. А песок у нас есть место? Это песка нет места? Вы чё, издеваетесь надо мной? Ладно, кокос выбросим. Глина. Тварь. Где ты, сука, а? Иди сюда. Сюда иди, падла, сказал. Где ты тут? Где ты, шлюха, а? Ой, проплыла мимо, не получилось тебя цепануть, меня зазобни туда. А сейчас получилось, да? Хорошо, ладно. Так, все, вылазим, а то нас тут сейчас покромсают. Надо подхилиться, молись. Так, надо выложить, надо создать нам пару. Ой-о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 й
Так. Что мы имеем? Мы имеем медь, мы имеем железо, у нас есть глина. Так, веревочки, песок. Песок только один, да? Так, я думаю, сейчас поставим на... А у нас тут еще есть, здесь, да, есть. Да, как обычно, ноль. Ноль, кушаем. Кушаем. Девяточка, иди жарися. Жарься. Так, это у нас сами сюда. Это сюда, ананасик мы скушаем. На девяточку. Отлично. Так. Так, хорошо. Мы могли бы еще сейчас начать уже строить второй этаж, по большому счету. Ну, или, например, крестовину сейчас закончить тогда, да? Мы можем еще создать... Как, у меня досок нету? О, веревок нету? Чего вы издеваетесь, не знаю. Блин, тут целая куча веревок у нас. Гвоздей нету, да, Гриш? Досок нету сейчас, Гриш, да? Ах ты морда. А, больше ничего, да? Досок. Так, веревки мы оставим сюда. Это мы поставим сюда. Стекло мы выложим сюда. А что это, глина, да? Глину мы выложим сюда. Медь мы выложим пока что сюда. Жрачку сюда положим. Песок. У нас нету места для песка, да? Ну хорошо, допустим. Это мы раздербаним сейчас. А по большому счету... Смысл мне ставить крест на крест? Подожди, сейчас подумай, дай мне подумать. Если в любом случае, как мы идем, мы будем собирать их. Подожди. Подожди. Если мы плывем этим, или если идем передом, хорошо, если идем боком. У нас все перекрыто, наша площадь, плота полностью перекрыта. Смысл ставить крест на крест? А смысл в том, если, например, будем плыть вот так, и эта шняга пойдет вот тут вот так, прямо мимо пойдет так, и она не зацепится. Вот и все.
Доски нужны, да? Доски нужны. Так, надо еще... Ух ты, там что-то валяется внутри, надо прыгнуть туда, сейчас будет. А, кстати, можем сейчас приманочку создать, чтобы эта тварь здесь так не мешалась. Или подождать, пока она приплет, потому что она еще один раз, и она сдохнет. Ну, типа, еще раз, или если она будет тебя подубасить. У нас для приманочки надо что? Приманка, приманка. Блин, не забывайте, всем приманка, она здесь находится. Так, совок. Что за совок? Для совок дают? Забираем грязь. Можно им собрать грязь. Для чего грязь? Для чего нам будет грязь? Для грядок, скорее всего, нужна будет грязь. Чтобы посадить какой-нибудь огород. Идет, плывет. Ну все, сейчас я пипец будет. А, сука, нет еще. Вот тварь. Ну, что все же кирдыки будет. Промазала, чувиха. А, ну не промазала. Там есть глина. Хорошо. Что я хотел сделать? Я что-то хотел сделать опять. Я забыл уже опять. Ну что за хуйня? Инвентарь, рыбное жаркое? Это надо делать какой-то... А, котелок. А что за котелок? Подожди, котелок. Мы, кажется, его выучили. Но это скорее в еде. Емкость, гриль, котелок. Вот котелок. Сок лианы. Болт. И приготовить прекрасную еду. Ну а где сок лианы? Я помню, что можно было какие-то растения собирать, но какие я не помню уже, блядь, убей меня на. Какие именно растения собирать надо было, чтобы мы могли его сок лианы достать? Или там уже у нас... Не, больше каких-то инструментов у нас нету, чтобы собирать. Может, ножницы? Что ножницы делают? Шерсть. Совок, это понятно. Топор. Ну, топор есть топор. Не знаю. Так, хотя бутылочку. Сок лиан опять. Вот сок лиан. А, ну, надо водоросли. Надо водоросли, чтобы я водоросли расплавил в этой херне. Где-то акула плавает. Слышишь, она здесь плавает рядом. Уплыла вот жопа. Тут еще вот железо есть. Мне кажется, я могу собрать с этих вот, с этих... Сок. Надо подождать, пока акула, блин, сейчас обратно вернется. И все. И тогда продолжим эту тему. Так, где-то сюда. Там что здесь у нас? Глина. Довольно много ресов у нас здесь валяется. Ну, железо. Нет, глина. Или не, медь, скорее всего, медь. Так, где акула? Ну, или может давайте половим рыбу сейчас пока что. Так, у нас один сок лиан есть, да? Один только. Блин, вообще огонь. Шестерочку. Может быть, это шестерочку. Половим рыбу. Может, у нас удастся создать ловушку до того, пока она придет жрать мой плод опять. Скумбрия. Нахер у тебя скумбрия сдалась? Сырая сельдь. Так, сельдь есть одна. Хорошо, еще одна надо сельдь. И у нас получается ловушечка. Скумбрия. Ну, давайте цепаным же мост, этот, плот мой, чтобы мог тебя завалить уже. Старый башмак, отлично, блядь. Он мне очень нужен. Ну-ну-ну. Сегодня? Срай скумбрия, твою же дивизию. Ну ладно, здесь половим.
Ну-ну-ну-ну-ну. Ты нападаешь? Нет. Может теперь? Нет, он поплыл куда-то нахуй. В общем, здесь на направлении. Вот, это уже лучше. Ананасик сожжем. И пойдем эту тему. И создадим сейчас. Блять, опять забыл, где. Вот это, вот это. Создадим приманочку. Но мы ее сейчас не будем использовать, мы сейчас пойдем поспим. Встанем. Дождемся с вора света и нырнем за деталями. Где акула? Давай светай уже быстрее. Давай, давай. Вот так. Погнала. Погнала жрать. Пожалуй, погнала жрать, да там ржать, жать, жать, ржать. Так, песок. Ну нет, я не знаю, как мне добыть сок лианы, ёб твою мать. Железо. Железо. Камень. Я не знаю, где могу добыть этот сок лианы, блядь, не знаю, каким образом. Но я не вижу, чтобы я мог какой-то сок добыть здесь. Вот. Вот. Я что где-то что-то с этих надо собирать. Больше нету, да? Здесь нету. Поплывем туда, может там будет. Акула там еще пока что занята, пока, да? Нет, уже не занята моя наживка. Вот есть, я вижу, здесь есть одна. Нехер лезть-то ко мне, блядь, дура. На нахер. Тварь, иди сюда нахуй, сказал. Кто тут, блядь, хозяин? Хозяин мира, блядь. Подводного, иди сюда. На нахер, пожалуй. Вот так. Чувствуешь? Король, блядь, морей кто на... Да и, конечно, все, я посрал то, что мне здесь надо так сок. Так, что можем выбросить? Можем не выбросить, а вот можем выбросить эту нишнягу, не нужно мне. Акуля голова? Хер ты мне сдалась. Медь. Блять. И медь не могу поднять. А нахуй рыбу выбросим, не нужна мне рыба пока что. Медь будет более важна для меня. На данной стадии, как говорится. Вот тут еще песок есть. Вот и все. Сок лианы мы поняли, где мы добывать. Просто я говорю, то, что я помню, что я где-то его добывал. А каким образом? Вот как-то не видишь, не обратил внимания и чуть не просрал. Пошли плавить. Сок лианы. Ой, водоросли, вернее, не сок лианы. Ставим сюда на восьмерочку. 8. Плавься. Плавься, а ты... А ты у нас что? Так, тут медь, песок. Песок, мы можем создать кирпич. Кирпич, 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 кирпич. Кирпичонок. Мокрый кирпич. А, глина, подожди. А, у меня же глины нету здесь. Глина здесь. Медь выложим. Глина, вот, вот она, глина. Отлично. Вообще супер. Супер. Шарниры. Какого хера вы здесь делаете вообще? Ладно, кирпич вытащим, чтобы он сох. Два штуки. Куда мы засунем сюда? Давай. Сок лиан. О, довольно-таки быстро сох, расплавился. Так, значит так, берем рыбку, кушаем ее. И жарим.
Ой, ей, ешь, не зачем ты так? Так, у нас есть арбуз. Арбуз у нас есть, давай. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Полный арбуз, отлично. Ну, весь арбуз кушали, у нас хорошо все. Так, ладно, что нам надо? Мы хотели создать бутылочку, да? Емкость-то будет, скорее всего, для того, чтобы готовить еду. Ну? Потому что мне надо еще... Котелок. Надо было три... Как раз мне еще хватит на что будет котелок создать. Железом расплавим, слитки у нас будут, деревья, доски у нас должны были быть где-то. Или нет, мы сейчас побудем их. Так, у нас есть один кирпич здесь. Этот шарнир у нас есть. Поставим его сюда. Это что у нас? Глина. Глину мы положим сюда. Перья. Ладно, пусть это так сейчас пока что стоит. Давай, может быть, выложим один ящичек и туда переложим все рецептики. Чтобы они там валялись. Вот сюда поставим, например, повернем в эту сторону. Вот так. И вот сюда все рецептики переложим. Вот это переложим сюда, то вот это. Это. Потому что не знаю, понадобится на все время эти рецепты, или один раз только ты их сделаешь, и ты их выучишь все уже, я не знаю. Или тебе каждый раз надо будет их крафтить. Не знаю, не буду спорить. Вот это дело. Так, это сюда семена. Кирпичонок, так, что здесь еще у нас? Башмак? А, башмак сюда вложим, пусть валяется. Не знаю, для чего он вообще создан. Лианы. Так. Бутылочку изготовить. Кружку мы выложим сюда. Мало ли нам пригодится она. Вот так сюда. Это сюда переложим. Наберем воды. А подожди. Надо налить жидкость сейчас. А то я полную бутылку наполнила. Все. Ну вот, сейчас можно выложить обратно. Отлично. Так, а что у нас здесь плавилось? Ничего у нас не плавилось. Да нам надо 4 сейчас сока лианы. Построим мы сейчас. Котелок. О, плывет подруга. Здравствуй. Не хочешь зелье получить еще раз? Не? Ну тогда плыви отсюда. Так, кирпичи сохнут. Блять, тоже по пути поставил, да? Раз. Да. Ну ладно, черт с ним. Это не проблема, потом это снимем и переложим. Так, надо 4 сока лианы, да? У меня досок больше нет, да? Вот это плохо. Ну, короче, да, поднимаем якорь, уже все собрали здесь по большому счету, все здесь было, и плывем отсюда. Поплыли отсюда, подруга. Ой-ой-ой, сейчас мне так тут раз... Куролесит здесь. Надо вырулить над якорем. Он якорем, а... парусом. Ну все, мы вышли отсюда, да? Ну, так, конечно, осталось чуть металла. Но это уже не столь важно. Нам нужны доски.
Отлично. Сухой кирпич. Надо 6 сухих кирпичей, чтобы поставить еще одну плавильню. И ты что там? Куда делать, паскудница? Так, все, мы удаляемся, отлично. Нет у тебя, блин, а тут ты меня, блин, напрягаешь, мне надо постоянно тебя мониторить. Ага. Нет, так нет. Но сейчас средствами у нас вообще проблем не будут, по большому счету, пока мы будем плавать. Так, котелок. Я хочу постараться сделать котелок. Так, он будет пересекаться тут, значит, мне надо это сделать котелок, где-то ставить здесь. Ну или, по крайней мере, здесь. Где-нибудь рядом. Так, ладно, что мне надо для котелка? Котелок. Железо. Мне нужно железо. Так, железо. У нас нету железа, я не выложил железо сюда. Нет, здесь нет железа. Значит, плавим железо. У нас есть 6 штучек. Железную руду плавим. О, здравствуйте, здравствуйте. Что вы нам вкусненько принесли сегодня? Доски, картохи. Отлично. А ты у нас что-нибудь яичко ставила? Нет, какой-нибудь? Нет, ни хера, только перо одно странное. Где, чтобы яичко ставить? А подожди, там надо яичко нам, чтобы изучить? Нет, нет, да подожди, сейчас посмотрим. Так, да, яичко нужно, яйцо, янтарь, то есть в блюдах, в многих блюдах. Это что такое? Взрывчатый порошок? Это как, блядь? Грязь? Ну это, да, вот это, травку кормить, поливайте, выращивайте травку, кормить животных, вот какая херня, для чего это создано. Ладно. Это что такое? Кислородный баллон. Это что такое? Это бинокль, ебта мать. Ласты. Не хватит. Ну ладно, ласты потом все сдадим. Это не проблема. Как-то металл плавится. Нам надо две штучки, да, надо металла. Пробежимся сейчас. Ах ты тварь. Шла подсюда вообще, тварюга. Металл есть, железная руда сюда, давай, плавься. Вообще. Так, плот, вижу плот, надо подождать, сейчас туда плывем. Ну, вроде бы плывем по этой траектории. Ну, подкорректируем ее еще чуточку. Вот мы сейчас построим котелок, и на этом будем завязывать уже сегодняшнюю серию. Продолжение будет следовать, конечно. Сейчас я 4 дня работаю, так что, друзья, если получится, что видосик не выходит каждый день, ну, знаете, значит, я запарился, у меня не было времени это сделать. Потому что, ну, все-таки это... Чтобы вот такое не очень так круто сделанное видео, мне выходит все равно где-то около 3 часов, пока это все дойдет до вас. Так что мы, конечно, стараемся, но... Так что не обессудьте, друзья, если такая вот ситуация сложится. Но я постараюсь, конечно, может быть, какой-то стримецкий сделаю вечерком по Walking Dead или так в этом плане. Ну, посмотрим, как получится. Так. Отлично. Потом уже, да, на следующей серии я уже начну, наверное, делать второй этаж. Там, ну, очень много гвоздей нужно, металлолома очень много надо. И вообще... Довольно-таки много
всяких всячин нужно. Так, все, ставим котелок. Изготовить. Мне интересно, что это вообще за котелок. Ой, что... Ой, ебать, какой он огромный. И куда мне тебя сейчас засунуть? Твою дивизию. Я думал, что такой большой. Ну ладно, стоим где-то здесь. Блин. Ну, допустим, сюда поставим тебя. Ложить доски. Допустим. Нихуя себе досок забросил туда. Ладно. И что мне надо сейчас сделать? А, кстати, мы сейчас приближаемся к этой. Сейчас мы что-нибудь забудем, забубеним что-нибудь такое интересное. Мне кажется, там был остров, виднелся вдали. Не то... Но это не точно. Ебать, какой он огромный. Котелок. Я думал, там будет маленький какой-то котелок, знаешь, как армейский, типа там хуякс и все. А тут такая дура. Ничего здесь нету, ясно. Ты куда поплыла, тварь? Так, смотрим. Значит, у меня есть рецептики здесь валяются, да? Ну вот, мы посмотрим один рецептик, да? Я могу что с ним сделать? Подожди. 0,6, да? Ах ты какая! Вот чем за прикол! Хорошо. 0,6. Сюда что-нибудь забубеним. Компот. У меня еще есть компот уже. Значит, мне не нужен второй компот. Выбрасываем. А это что такое? Рыбное жаркое? А куда я его заснул? Простое рыбное жаркое. Да, у меня, походу, уже есть рецепт. А, не. Рыбное жаркое. И простое рыбное жаркое, давай. Так, что-то ему надо. Так, картоха. Какие-то ягоды, блядь. Чё на? Ну, те рецепты, блин. Картошки 4, бурочка 4, овощной суп. Компот. Рыба, яйцо, молоко. Да, нам это ведро понравится, как молоко, вот ясно себя понял, понял. Но здесь рыба, окей, это не проблема, но вот надо будет тогда сажать все-таки грядки, да? А я так не хотел грядки сажать, все-таки придется. Ладно, так что, друзья, на этом мы закончим. Я найду в офлайне какой-нибудь остров, там припаркуюсь, и тогда уже будем продолжать там уже с того места. Так что большое спасибо за ваше внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии с вашими пожеланиями и советами. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получить оповещение о новых видео. А на сегодня мы заканчиваем эту серию, и уже продолжение следует, друзья, кажется. Всего вам доброго и пока-пока.